Привет тебе, автолюбитель! Это АВБай, а это итоги ноября. И у нас просто отличные новости! Мы перезапустили сразу два раздела. Первый перезапуск – это раздел с новыми автомобилями. Проще говоря, салон. Он не менялся больше 6 лет и сильно устарел, как визуально, так и технически. Раздел уже перезапущен на вебе и скоро залетит в мобильные приложения. Выбрать машину, записаться на тест-драйв, получить консультацию от продавца, оформить лизинг и кредит, сравнить комплектации разных машин – все это можно будет сделать, не покидая приложений. Чего он там подвергся? Подвергся. Второй раздел, который тоже подвергся перезапуску – это раздел спецтехники. Экскаватор, бетономешалки, подъемные краны. Экскаваторы, бетономешалки, подъемные краны – все это теперь можно выбрать в нашем привычном дизайне. До приложений тоже дотащим в самое ближайшее время. А в нашей команде снова прибавление. К коммерческому отделу присоединился Слава. Удачи тебе и отличных клиентов. Давай попробуем заработать еще немного денег. Или много, а лучше больше, чем меньше. И про наши открытые позиции. Ищем бэкэнд-разработчика и PPC-специалиста. Вы знаете, что делать, если на примете есть хорошие кандидаты. Наши рекламные ролики с поющими маппетами взяли несколько наград на фестивале рекламы «Лама». Не золото, но 2-е и 3-е место – тоже отличный результат. А вы их видели? Они тоже есть тут на канале. Аудитория проекта не изменилась за месяц, а вот база начинает показывать первые признаки уменьшения. Это стандартный тренд для начала декабря. Если хотите купить машину, то делайте это сейчас. База на количественном пике и конкуренция между продавцами высокая, что может позитивно повлиять, если вы покупатель. Будь здорово! Подбили результаты октября по выручке. Перевыполнили план на мощные 14%. Планируем следующий год. Мы читаем ваши комментарии и уже запланировали несколько задач, о которых вы написали в комментариях под предыдущим видео с итогами. Из интересного. В начале месяца мы поговорили с владельцем BMW E39, которая 15 лет простояла в гараже и отлично сохранилась. Заглянули в кабину легендарного трактора МТЗ-50 1965 года выпуска и узнали, как проходят трудовые будни дальнобойщицы, между прочим, финалистки Олимпийских игр, в компании лохматой собаки. Вот пошли чебышечки от души в душу. Рубрику «Техника с полей» пополнили 3 материала о больших машинах. О 20-метровом свеклоуборочном комбайне Гримме Рексер, зерноуборочном Джон Дир и морковоуборочном комбайне Асса Лифт. Традиционно, сезон же, много внимания уделили черным и круглым. О том, как мошенники обманывают покупателей шин в Беларуси, можно ли заработать на единственном в райцентре шиномонтаже и какие шины чаще всего покупают на авторынке. А еще мы побывали на презентации нового BMW 5 серии G60 и успели провести тест-драйв новенькой пятерки в Сербии. За ноябрь в Ютубе больше всего просмотров собрал видос с завода БелАЗ. Там уже более 300 тысяч просмотров. Это рекордсмен за последнее время. Мы очень хотим добежать до 100 тысяч подписчиков, поэтому и просим вас подписаться каждый раз. Маркетинг очень хочет премию. И маркетинг тоже. А в ТикТоке на 140 плюс тысяч просмотров залетает ролик все с того же завода БелАЗ. В ТикТоке, кстати, тоже хотим 100 тысяч подписчиков. Подписывайтесь и там, мы будем только рады. Вот такие итоги ноября. Залетаем в зиму, едим снег, закрываем год красиво. Будет много движа, елок, мандаринок и, конечно же, новые фичи.
Ну а ты не срывайся в занос и смотри наш канал. Пока!